Давайте приготовим глазированную свеклу. Красная луковичка. Оставляем попочку, чистим ее. Также режем на сегменты. Вот так вот. На 4 части. 4 части. Столовая ложка тростниковый сахар. Соль, неполная чайная ложечка. Оливковое масло, 2-3 столовых ложки. Красный бальзамический уксус, 2-3 столовых ложки. Немножко черного перчика. Все смешали. Да. Это вкусняшка еще та, ребята. Обязательно приготовьте. Возьмите блюдо для запекания и отправляем. Включайте духовку, 200 градусов. С вентилятором, как положено. Отправляем в среднем на 25-30 минут. Через 15 минут мы с вами достанем лучок, потому что он уже будет готов. И оставшиеся 10-15 минут мы еще доготовим бурячок отдельно. В итоге мы все это дело объединим и будем держать в теплой духовочке до самой подачи. Наше блюдо будет готовиться в среднем 30 минут. Вот 30 минут будет готовиться наш бурячок. За это время мы с вами сварим и рис, и пожарим рыбку. Отправляй в печь. Друзья, у меня прошло 15 минут. Смотрите, лучок у нас готов. Убираем в сторонку. А, видите, как красавица. Буквально еще минут 10, и она будет хороша. Ой-ой-ой, какая глазировка получается прекрасная. Свекла готова. Чуть-чуть добавьте сухого вина. Совсем немножко. Вот так вот. Следите, ребята, за температурой, так, чтобы она у нас с вами не сгорела. Возвращаем обратно лучок. Ну вот, смотрите-ка, видите? Она будет хрустящая. Но готовая, конечно. Ну, по сути, этот овощ можно кушать сырым. Я духовку выключил. Ставите сразу туда тарелки, на которых вы будете сервировать. Я готовлю порцию на двоих. Возвращаем обратно в духовку наши овощи. Пусть они стоят. Буквально через 5 минут уже все будет готово. Ну, ребята, вот такое незамысловатое, но очень вкусное блюдо. 30 минут готово. Очень быстро готовится. Очень. Так, ну давай тебе сейчас, ты первая попробуешь. Загружу вилочку. Давай. И попробуешь. Так. Вот так. Давай. Ты никогда бы не подумала, что свекла так вкусно с рисом и с рыбой. Никогда бы. Так вот, ребята, печеная свекла, вот такая глазированная, с лососем, идеально. Ну вот, видите, какая прожарка? Угу, розовая. Да, розовая. Вот то, что доктор прописал. Медиум. Угу. Ребятки, вы себе представить не можете, до какой степени здесь вообще интересно. Запах карри, но невыразительный. Вы знаете, какая-то экзотика добавилась. Очень легкая, кстати, да, экзотика. Да, да. Вкус кокосового молока, лука, специи, вино, все наши травушки. О! Бесподобно. Великолепно. Легкая, ароматная, экзотическая, но в то же время, вы знаете, как привкус все-таки Европы присутствует, а то, что свекла такая хрустящая и при этом готовая, это вообще... Вынос мозга просто-напросто. Тебе понравилось то, что свекла такая полусвежая? Конечно, я люблю вот такие овощи, как бы недоваренные.